На сцене динамичное представление творческого коллектива из Старого городка. Именно им выпала честь первыми выступить на гала-концерте лауреатов открытого фестиваля конкурса детского и молодежного творчества «Серебряный олень». История ансамбля началась 8 лет назад. Именно тогда в КДЦ «Полет» было принято решение о создании коллектива маршевых барабанщиц для разных церемоний. На данный момент эта команда известна на весь округ и получила на конкурсе заслуженный гран-при. Я безумно счастлив. Мы раньше на этом конкурсе были, но мы были не в качестве участников, а в качестве гостей, открывали, допустим, этот конкурс. Вот, тоже были на гала-концерте в качестве открытия начала красивого, официального. Вот, а сейчас тоже решили поучаствовать, и все удалось. Хореографическое, музыкальное искусство и вокал. Ребята со всего Подмосковья приехали в КДЦ «Заречье», чтобы продемонстрировать свои таланты и порадовать зрителей выступлениями. Очень широкая география. К нам приезжают со всего Подмосковья и из Москвы. И для нас это тоже хорошая оценка. И мы видим, оцениваем свой уровень. В год педагога и наставника благодарю всех педагогов и наставников, подготовивших таких замечательных, настоящих звезд к фестивалю детского и молодежного творчества «Серебряный олень». Финальной точкой стала оценка творческой работы и награждение лучших участников. В 23-й раз фестиваль-конкурс «Серебряный олень» показал, насколько талантливы дети и профессиональные их педагоги, которые смогли раскрыть способности каждого. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».